Экстремизм порождает неверное духовное образование, а точнее неправильную интерпретацию содержания священных книг. Об этом заявил генсек ОБСЕ в рамках съезда лидеров мировых и традиционных религий. По мнению Ламберта Заньера, экстремизм и фанатизм – это продукты искаженной трактовки религиозных текстов и учений. Он призвал духовенство мобилизовать силы против ложной веры. Экстремизм и фанатизм очень часто являются продуктами ложного понимания религиозных текстов и учений. Поэтому нужно улучшать в целом религиозное образование духовных служителей и образование в частности.